Шоу Мотор. Да, всем привет. Скажи, меня зовут, я работаю. Меня зовут Иван, я работаю. Да. Ага. Все, погнали? Добрый день, меня зовут Иван, я работаю в ресторане «Яблоки печем» на Красной Поляне. Комсомольский переулок, 4А. Я работаю на должности официанта. 4 года. Общение с людьми, солнце, ну и, конечно же, наш менеджер Денис. Самое сложное – вставать по утрам. Все. Остальное все дается легко. Люди, окружение, атмосфера, блюда. Ну и наша команда замечательная. Опять же, хорошая команда, прекрасные условия. И, опять же, атмосфера. Ну и менеджер Денис. Самое важное. Это семья. Нет, пока не возникало такой мысли. Когда я первый раз сходил в British баню. Вот. Это была незабываемая история. Это атмосфера, парение, банщики. И вообще я узнал, что такое баня, в принципе, только здесь. Гера Евгеньевна – замечательный человек. Здравствуйте, проходите. Если бы, собственно, не Гера Евгеньевна, это одно из, собственно, таких факторов, из-за которых я, собственно, здесь. Мне она нравится как руководитель, как человек. Снимаю, вот так. А кто тебе больше нравится, Гера Евгеньевна или Евгеньевна? Блин, ну это очень сложный вопрос. Наверное, Гера Евгеньевна знаю дольше. Тартар из бычка и баранью лопатку обязательно. Эти блюда, к которым стоит присмотреться. Больше 16. Счастье – это, вот, допустим, когда находишь человека и понимаешь, что это человек для тебя, и ты такой… Делаешь все, ну, ставишь на карту все, делаешь для него все. И в конце ты понимаешь, что овчинка стоит выделки. Это счастье. А если не получилось? Ну и счастье в деньгах, конечно же, как бы. Любовь – это химия, все. Нет никакой любви. Надо камеру уже выключить? Надо сказать в камеру вообще. Я люблю Евгению Малкову. Прям так и сказать надо? Очень. Я люблю Евгению Малкову так же сильно, как Дениса менеджера. Катя 4 года со мной не ходит на свидание. Обязательно это и пусть она увидит. Передайте.